Почему Крым наш и Донбасс не наш? Потому что так решили здесь, в Москве. Почему? Я не могу ответить на данный вопрос, поскольку не я принимал данное решение, и более того, я не имел к нему никакого отношения. Догадки у вас какие-то есть? Догадки и даже более того, информация у меня действительно есть. Но подчеркиваю, эта информация не может на 100% соответствовать действительности, хотя вероятность ее истинности достаточно высока. Это было сделано, поскольку нашей дорогой государственной элите наступили на самое больное, что у нее есть. На ее собственность за границей. На офшоры, на счета в банках, на личную собственность в Лондоне, в Вене, в Женеве, в Берне, на Лазурном берегу, во Флориде и так далее. Фактически, начав операцию в Крыму, в данном случае я ссылаюсь именно на фильм там, «Крым. Путь домой», но поскольку все уже официально признано, начав операцию в Крыму, Москва сделала необратимый шаг. Перешла тот Рубикон, который нельзя было переходить, если бы они хотели оставить ситуацию статичной или иметь возможность для отступления. С момента воссоединения Крыма, именно воссоединения, Кремль вошел в жесткую конфронтацию, необратимую конфронтацию с Соединенными Штатами. Видимо, люди, которые принимали решение о воссоединении Крыма и которые рассматривали возможность создания Новороссии, подчеркиваю, рассматривали такую возможность, они не понимали, что это приведет к жесткому противостоянию с Соединенными Штатами, возглавляемым им совокупным Западом. Когда же они это поняли, когда же им довели ответные меры Запада, в первую очередь не против Российской Федерации, хотя и в том числе против нее, а в том числе против них лично, они просто испугались. И остановились на месте, начали топтаться в нерешительности. В результате сложилась ситуация, когда Кремль попытался зафиксировать статус-кво, заморозить войну и таким образом отложить вопрос на потом, авось само рассосется. Сейчас, спустя 3 с лишним года, всем очевидно то, что было очевидно, допустим, мне и очень многим, на самом деле, серьезным аналитикам уже тогда. Войну эту заморозить можно только временно.